Итак, всем привет, с вами Стелс. Сегодня я буду играть в игру. Spooky House. Точнее, ее продолжать. Это издевательство надо мной. Это 150. 150 комнат мы были в прошлой серии. Сейчас будет еще 150 комнат, ребят. То вот точно. Наверное, это обычно. Наверное, это был просто обыкновенный скрип. Так, вроде сейчас у нас будет Талия Сайлент Хилл. Нет, ну у нас будет новая комната. Пока не страшно. В следующий раз это уже не скрип, он перестает быть страшным. Та-та-та-та-та-та-там. Я хочу вперед. Это что, бесконечность? Я вообще приближаюсь, а? Да ну. Да неужели я... О, быстрее вернусь. Короче. Стульчик. Я здесь приноровился уже. Блин. И нифига не приноровился, ребят. Хочу сюда. Пора музыка играть, меня, наверное, слышно вообще не будет. Но меня и так, наверное, сейчас слышно не будет. Уйди. Ну, там на улыбочке. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Так, это мне не нравится. Ай, Алия Сайлент Хилл? Алия Сайлент Хилл, я так и знал, ребят. Идем сюда. Нравится мне это, короче, не буду ни... Уйди! Сгинь! Уйди! Не хочу! Нет! Уйди! Уйди! Где-то 20 комнат, она будет за мной бежать! Не... Ой! Собака ты маленькая! Ты сделай! Нет! 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 Уйди! 30 комнат! 30 комнат будет бежать за мной. Право-лево. Уйди. Первое. Уйди. Я с тобой не хочу. Не-не-не. Я не хочу с тобой видеться. Уйди. 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 Я не хочу назад поворачиваться. Просто. Что так узко-то стало? Ой, ее нету. Может,
дойти до конца. Ладно, почти спокойно, когда эти зеленые такие. Когда такие зеленые. Почему мне все репит? Ладно, пойдем. Закрыть. Не закрывай. Вот сейчас мне сыкает, мне кажется, что я хожу кругами. Ребят, вот. О, открыто. О, без дряби. Наверное, ему просто казалось. Большая комната. Светильников много. Ладно, это факела. Вода был светильник. Большой светильник. Надеюсь, вы этого не видите, кто ко мне зашел в скайп. Я люблю самые дальние комнаты открывать, потому что они всегда открыты. Ладно. Ладно, почти всегда. Бываешь не открыто, бывает закрыто. Это у нас желе или попкорн? Фиолетовый. Скорее всего, уже. О, мы уже прошли, я что-то не заметил. Все 100 комнат. Да хорош так ребить-то. А, это значит, она исчезла просто, да? Нет, просто ребить. Я боюсь. Я уже боюсь. Зря я так быстро открываю эти двери. Уйди! Уйди! Уйди, значит, правильно. Значит, неправильно. Откуда ты взялся там сзади меня? Я сдох. Нет, я уже. Быстро. Паутина, уйди. Беги. Беги. Беги, 20 комнат. Он преследует меня почти всегда 20 комнат. Я это рассчитал. Ну, или 30. Новая комната. Я хочу ее осмотреть, подожди. Я в панике. А, кажется, он вылезает из этих шиц, чтоб меня атаковать. Не, еще хуже. Не, я здесь в комнаты что-то не хочу заходить, ребят. Что-то мне не хочется. Вообще не хочу заходить. Но мне бы это придется ради вас сделать. Так, такая закрытая, такая открытая. По своему опыту уже знаю. Вот, записочка. Читайте вы! Я нихера не знаю просто. Английский. Да, снимаю, не знаю английский язык. Что-то связано с мамой, короче, ребят, не знаю. Короче, в переводе я ужасен. Не, надеюсь, из этой... Не, из этого матраса, из этой черной дырки не выпустит, не выберется какой-нибудь задница, которая меня захочет убить. Так, куда мне идти? Сюда? Это... Ладно, пошли дальше. Так, а это мне уже не нравится. Здесь ребит. Ребят. Сейчас кое-что, ребят, проверить надо будет. А, нет, что, все нормально. Ух ты ж его! Беги. Беги! Все красное было. Все ужасно.
Почему? Дверь выделена. Больше 5 секунд, больше 5 секунд, больше 5 секунд. Больше 5 секунд, больше 5 секунд. Ой, все, 5 секунд. Все, мне здесь. А, ну если она ходит за мной, тогда все нормально. Ну, ё-моё, здесь вообще ни хера не понятно теперь. Еще в войне, еще плюс гребаный туман, еще лучше. Даже не хочу знать, где он. Ладно, я хочу знать. Сосал. Ладно, я сосу. Пока что я. А теперь еще раз я. Не хочу я больше. Не хочу все больше сосать. Что-то не хочу, что-то надоело. Что-то мне надоело. От этих призраков гребаных. Надоело. Если это тупик, все. Мне кобздец. Нет, еще не кобздец, она такая медленная, что ли? Но она близко! Мне кобздец. Мне кобзда. Нет, мне еще не кобзда. Мне ты мать! Она все ближе идет, какая-то туман близко. Сейчас проверим. Что-то не то. Если 30 комнат, тогда все нормально. Если не 30, что мне бесит? 30! Нет, больше. Короче, здесь все равно. Короче, извините. Короче, пока. Короче, беги ты! Какая комната? Скорее всего. Хотели меня запутать, да? Хотели, да? Но не получится. Короче, она где-то 35 комнат лежит. 38. Вычитайте, я потому что не знаю. Здесь кто-то... Кто-то умер. Я пока что эти 10 комнат, надеюсь, буду свободен. Мне еще 50 комнат будет, надо будет идти. Так, туда я больше не пойду. Так, еще одну комнату и все. Да, ребят, я сохранил. Спокойте в зад. Спокойте в зад. Спокойте в зад. I shall grant you a gift for your progress. О, презент. So прогресс у меня большой, вот и все. О, мне что-то подарили. Только сначала... Нет. Да. А вот. Вот и пароль. Как, чтобы пройти 250 комнат сразу вроде, да? Ну, вы можете его везде использовать, он один и тот же. К сожалению. Здесь появились, ну ладно. Люблю. Я люблю ходить в новых комнатах. Но не в старых. И страшных. Нет, это новое. Я потому что вообще ни хера не помню. Новый. Блин. 50 комнат позади. А точнее 250. Не, ну так медленно идти не надо, пожалуйста. Ты что, не можешь на свои ноги посмотреть? Не, ну вот я люблю те игры, там, где хотя бы можно свои ноги поразглядывать. Может, они красивые. М-м-м.
А, дружище, я могу это взять? Нет, не могу. Так же сейчас. Сейчас будем направо. Так, вот так вот затем. А, нет, то же самое, сейчас. И вот сейчас прямо. Прямо мы пойдем. Мы ни хера мы не найдем. Если б меня сейчас кто-нибудь догонил, я бы уже сдох. Если что, я просто промолчал, потому что наушники я очень сильно боял, я бы ничего не слышал. Я уже к этой херне уже привык. Так что мне уже не страшно. Та-та-да-та-да-та-да. Ну мне, надеюсь, ну хочу жить. А если я немного матерюсь, извини. Пожалуйста. Надеюсь, вы извините. Не пишите нет, пожалуйста. Ой, еще 20 секунд. Нет, еще 30 секунд. Ё-моё, еще 30 секунд. Что я пойду налево? Я зря, кажется, пошел налево. Шел бы каждый раз направо, считались бы комнату. Ой, может еще не... Давай. Ребята, этого нового всего. Ребят. Это что за звук? Ты сюда обычно. Пожалуйста. Просто обычно. Иди на место. Это необычный звук. Не пипа. Грёбаный паук. Рекорд 300 комнат. Все. Не нравится мне этот звук. Он так и скажет. Так, если вот такая закорючка, тогда идем направо. Направо не получится. Я знаю такую фигню. Да. Но благополучно за мной никто не бежит. Я думал, что-нибудь поменяется. А нет, ни хера не поменялось. Что-то не то. Короче, давайте вперед. 20 комнат. 20 комнат. 10 комнат. Я забыл.
пятерочку. Короче, 4. Ай-ой. 2-1. Собака. Сначала налево, направо, направо, направо. Прямо. Подумаем направо. Так. Да ладно! Прямо еще хочу. О, дружище у нас новый здесь. Ладно, ребят, стой, сейчас сохранюсь, и мы будем заканчивать. Так, что у нас тут? Да. Итак, всем пока, с вами Лосталс. Сегодня я проходил игру Spooky House. О, Jumpscare. Скер, надеюсь, правильно. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы здесь первые, конечно же. Пишите положительные комментарии и предлагайте ваши игры. Всем пока!